Учебный год только начался, а жалобы на всевозможные сборы средств уже посыпались. В школах заявляют, нужны деньги на учебники, парты и школьные принадлежности. Чтобы разобраться в ситуации, губернатор попросил общественную палату организовать специальную горячую линию, на которую каждый сможет обратиться и рассказать о случаях сбора средств в школах и детских садах. По каждому факту будет проведена служебная проверка и приняты дисциплинарные меры. Это разговор о недопущении поборов, недопущении сбора средств на те или иные вопросы, которые, так сказать, там пытаются некоторые учителя или излишне ретивые родительские комитеты собирать с людей. Все живут сегодня достаточно непростой обстановке. Еще одна тема, затронутая в ходе встречи – защита прав потребителей. Александр Чепухин высказал предложение о создании системы с привлечением ресурсов, созданного недавно в регионе Государственного юридического бюро. Поэтому мы предлагаем нарастить эту структуру дополнительными полномочиями, финансовыми средствами, чтобы они взяли на себя эту функцию. Но при условии заключения соглашения с общественной палатой, для того, чтобы мы могли взаимодействовать и задействовать в работе наших членов Палаты справедливости. Глава региона инициативу поддержал и отметил, что оказание бесплатных юридических услуг фактически и есть форма защиты прав потребителей. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.